Всем привет, с вами Верур, и сегодня я вам покажу, откуда можно скачать русификатор для Deltarune, который вышел сравнительно недавно. Для начала я вбиваю в поисковике русификатор Deltarune. Вот их сайт, Forum Zone of Games, с плейграунда дольше будет скачивать. Вот заходим, бла-бла-бла тема, и вот, перевод закончен, ссылка на скачивание тут, вот он, Яндекс.Диск. Если у вас такая же проблема выходит, просто заходите в свой аккаунт Яндекса, если у вас его нет, просто регистрируйте, нажимаете сохранить и скачать с Яндекса диска. После этого вас просто перекидывает на ваш Яндекс диск и он автоматически начинает скачиваться. Но мне это не нужно, потому что он у меня уже установлен. У вас будет вот такая иконка, нажимаем. Кстати, это не просто переработка, что ли, оригинальной игры, а, ну, установка идет как уже отдельная игра. Ну, тут вот такая характерная надпись, текст. Выбираем, куда нужно установить, но я уже установил, так что мне это не надо. Ну вот, запускаем. Вот, как видите. А, и, кстати, контакт. Здесь... В отличие от оригинальной игры, здесь вот сверху название меняется. The Dark. Ну вот видите, под пустым городом на горизонте виднеется замок. Замок. Кстати, здесь у текста они даже сделали так, что есть синяя тень. Вот это вот классно выглядит. Мы потом дальше снимем прохождение Deltarune, как я и обещал. Вот, смотрите. Текст идет отлично. Ну ладно, ссылку на русификатор я оставлю в описании. А всем удачи, всем пока. С вами был Верур.